новые игрушки через подарки, ребята, все! Короче, что, хватит болтать, я покупаю, давайте начнем с маленьких подарков. Фанаты Академии Амбреллы вошли в чат. После подарков до сих пор стоит полуголый Санта. Это меня очень напрягает, ну да ладно. Машина! Ребята, всем привет! И сегодня в Adopt Me вышло обновление. Я понятия не имею, что там случилось. Кстати, вчера тоже выходило какое-то обновление. Я зашла в Adopt Me, ничего не поняла. Потом подписчики написали мне то, что там какая-то анимация добавилась. Ну, в общем, какое-то незначительное обновление. Сегодня же там что-то явно крутое вроде бы добавилось. В общем, я думаю, будет интересно посмотреть, сделать такой мини-обзор на обновление. Плюс, если там что-то можно новенького купить, я понапокупаю всяких штуковин. Ребят, перед началом этого видео не забудьте обязательно нажать на красную кнопочку внизу и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Итак, сейчас в Adopt Me играет 688 тысяч человек. Кстати, час назад я заходила, была точно такая же цифра, так что вот стабильно 600 тысяч человек сейчас играет в Adopt Me. И давайте скорее зайдем сюда. Я еще не заходила, специально ждала момент съемки этого видео. Интересно, на самом деле, то, что Adopt Me выложил два обновления два дня подряд, причем это как-то странно, обычно такого Adopt Me не делает, но окей. Итак, ребята, все, я захожу, нажимаю play и... Так, что же тут нас ждет, ребята? Так, давайте я сразу нажму раздел shop, за рубаксы, где все. Там ничего новенького не добавилось, ладно, тогда телепортируюсь в центр города и посмотрим. Что это за тачки? Это что такое? Это что за машина из будущего? Где мне такую взять? Ёлки-палки. Смотрите, вот он. Limited time. Гон через 6 дней пропадут вот эти. Короче, у нас есть 6 дней на то, чтобы получить вот такую штуку. Тут новые игрушки через подарки. Ребята, все. Это видео просто будет зашибись. Крутое какое. Ребята, я не знаю, я помню, я говорила очень давно на своих трансляциях лайки то, что я очень сильно хочу, чтобы добавили в Adopt Me новые подарки, потому что вот эти подарки меня уже задолбали, там одно и то же даже неинтересно. Ребята, добавили новинки, причем вообще все, что может попасть в подарках, все новенькое, смотрите, что тут. И давайте на сегодня постараемся собрать целую коллекцию. Так, ну, конечно же, самый большой вариант у нас будет в большом подарке. Самый большой шанс на то, чтобы нам выпала такая вот тачка из будущего. Я даже не знаю, как она называется, но... я очень рада! Я так давно хотела, чтобы добавили новые подарки. И не знаю зачем, просто, ну, это прикольно, когда разные подарки, они одинаковые в инвентаре постоянно. Короче, что, хватит болтать, я покупаю, давайте начнем с маленьких подарков, посмотрим, что мне первое выпадет. Сейчас куплю 10 штук и открою. Мне выпал Пого! Пого — это вот такая штучка. Фанаты Академии Амбреллы вошли в чат. Короче, Пого — это, оказывается, вот такая вот штучка, попрыгушка. Она так называется. Я сама была в шоке. Вот, видите? Шаттл Пого. Она, кстати, ультраредкая, ребят. Мне сразу с ультраредкой попалась. А прикиньте, если бы мне в маленьком подарке сейчас попалась машина. Это было бы забавно. Так, второй подарок маленький. Открываем. И мне выпал... О, велосипед одноколесный. Йоу, вот это я крутышка, конечно. Все на тачках гоняют, а я на каком-то велосипеде одноколесном. А, так, это у нас редкий. Окей. Я тогда сегодня открою по 10, может быть, побольше подарков каждого вида. Да что, зачем они так гоняют? На машинах задолбали. Так, третий подарок открыла. Мне попался... О, бутылка Кока-Колы. Это, наверное, игрушка для питомца. Меня бесит те, кто тут катаются на этих машинах. Они как угорелые, блин. Какие-то ненормальные вообще, капец. Что они делают? Господи. Так, четвертый подарочек маленький. Да, начинаем с самого маленького, но нам, тем не менее, уже попались ультраредкие и редкие. Смотрите, это тарелка с едой, фастфудом. Это тоже игрушка для питомцев, Анкамон. Так, давайте еще сейчас откроем парочку вот этих вот и приступим к подарочкам, которые побольше. Смотрите, у меня еще ни разу не попалась повторка, теперь нам попалась летающая тарелка. Она Анкамон, но тем не менее, смотрите, так. Нам уже так много всего выпало, и все разное, это круто. Еще новенький, смотрите, это шарик-бургер. О, какой балдежный! Мне кажется, он мне нравится больше всего. Жалко, что тут нет такого же шарика, только картошки фри. Было бы, мне кажется, классно. Разработчики Adopt Me, hello, сделайте, пожалуйста, шарик картошку фри, мне будет очень классно. Давайте еще два штучки, не знаю, я уже сбилась со счета, сколько я купила. Но купим еще два подарка, так. Мне выпала вот такая погремушка. Стоп, а нафига я покупаю подарки? А если открыть старый подарок, нам выпадет что-то новенькое или старое? Потому что у меня же дофига подарков, смотрите. Давайте попробуем открыть сейчас вот старый, ну как бы подарок, который был куплен давно. На новый выпадет или старое? Новое попадается. А, все, тогда нафига я покупаю? Господи, я что, тупая, что ли?
Тогда мы можем вот так вот открывать. Ёлки-палки, так у меня этих подарков завались. Если хотите отдельное видео с тем, как часто могут попадаться, например, различные вещи из подарков, то ставьте лайк на это видео. Если хотите видео о том, чтобы я открыла вообще все подарки, которые у меня есть, посмотрите, как их тут дофига просто. Мне кажется, можно собрать огромную коллекцию всех этих игрушек. Короче, пишите в комментариях, хотели ли бы вы такое видео, и ставьте лайк, если хотите. Да я пойму, стоит ли мне такое снимать или нет. А то у меня эти подарки уже очень давно лежат, и я думаю, что мне с ними сделать? Так, ну а пока что давайте перейдем уже на синие подарки, на средние. Это уже будет поинтереснее. Держу вас в курсе, мне все еще не попался этот корабль. Опять нам выпал шарик-бургер. Ну ладно, я не против, он мне очень даже нравится. Опять шарик-бургер, так. Адопт Ми, все, забудь про то, что мне нравится шарик-бургер, хватит. Мне хватит уже их. Да он издевается? Что за фигня? Почему мне попадаются одни шарики-бургеры? Как это работает? Сколько, 3 раза подряд? О, погремушка, опять. Это погремушка и шарик очень часто выпадают. Видимо, они какие-то анкомон или комон? Да, они анкомон. О, смотрите, это шарик-джойстик. Ой, ну ладно. Господи, тут такая толкучка, ребят. Предлагаю пойти на вип-сервер, чтобы нормально рассмотреть все подарки, которые нам попадаются. Кстати, ребят, это очень странно, что возле подарка до сих пор стоит полуголый Санта. Это меня очень напрягает, ну да ладно. Не суть. Продолжаем открывать синие подарочки. Они у нас средние. Так. Так. Опять нам выпало такое кресло, смотрите. Я не понимаю, из чего состоит это кресло, но оно очень смешное. Ой, Надя на него села. Как так получилось? О, вот. Короче, наверное, это кресло для бассейна, но оно очень прикольное. Дальше оно мне второй раз, кстати, попадается уже. Первый раз я его проигнорила. О, третье кресло, зашибись! Так, продолжаем, уже ночь. Мне выпал одноколесный велосипед. Ой, ой, ой. Обожаю эти велосипеды, они такие угарные. Ребят, мне выпал Пога. А что я так удивляюсь, он же мне уже выпадал. Я подумала, что мне выпала эта тачка, но нет. Блин, ребята, мне до сих пор не выпала машина. Хотя в средних подачках... О, это что-то новое, смотрите, это солнце, шарик солнца. Такого нам еще не выпадало, он, кстати, комоновский. То есть самый нередкий. Я вижу, давайте посмотрим, что нам еще не выпадало. Нам еще не выпадала погремушка, вот такая вот, этот, как она называется, Сатурн. Нам не попадалась подушка розовая или что-то, я не знаю. В Uncommon нам уже выпало все, так что Uncommon мы все выиграли. В коллекции Rare нам не попадался пистолет. Вот это какой-то боб, я не знаю, что это, с какой-то мордашкой странной. Коляска, туфелька нам еще не попадалась. Ролики или что это такое с бабочками. Короче, нам из Rare выпало только одноколесный велосипед несколько раз. Из Ultra Rare нам не выпала коляска и какой-то лайм. Ну и легендарный нам еще тоже не выпал. Короче, нам еще много предстоит, как бы это. Ну, вы поняли. О, нам выпали ролики! Ее, класс, ребята, смотрите, какие они милые. Их не особо видно, кстати. Как бы их приблизить. Тут кнопка эта тупая снизу. Короче, это такие розовенькие... Розовенькие ролики с бабочками в виде по картинке. Они очень милые. У-у-у, смотрите, какой у Тани скейт. Очень красивый. Надо будет потом с ней затрейдиться. А, давайте дальше открывать пока что. Давайте еще синеньких коробочек. И потом уже перейдем на большие. Так, нам выпала снова летучая тарелка, что? Летающая тарелка. И опять шарик солнышко. Давайте последний, все. Последний подарок синий и переходим на фиолетовый. Нам опять выпала летающая тарелка. Все, давайте теперь большие, ребят. Это уже интересно. В больших у нас вероятность того, что нам попадется комон, это 0%. А мы все собрали в комон? Мы в комон еще не все собрали, ребята. Давайте сейчас... Мне же не попадалась еще вот эта розовая подушка. Я хочу розовую подушку. Давайте сейчас я ее добью и перейдем на большие. Чтобы собрать всю коллекцию, а то мы так не соберем. Ща я быстро. Я очень хочу посмотреть, что это. О, все, вот она. Да, смотрите, вот такая подушечка. Да, нам она точно не выпадала. Так, у нас есть все. О, смотрите, Надя выпала туфелька-коляска. Она нам еще не попадалась. Блин, прикольно. Так, мы собрали все комон, все анкомон. Остались только легендарные, редкие и ультраредкие. Ну что же, переходим. Как бы... самым большим подарком. Это уже интересненько. Все, погнали их открывать, о боже. Так. О, туфелька! Еее! Сразу! Ура! Туфелька! Я, кстати, все еще на роликах на этих. Ну, прикольно. Смотрите, какая я стиляга вообще.
с туфелькой на роликах. Еще подарок в руки мне. Так, все, открываем. Второй большой подарок. Что это? Да, ну все понятно. Я так и подумала, это вот эта штука, которая притягивает. Пистолетик. Ну, я не помню, как это называется по-нормальному. Это не пистолет, типа, как-то по-другому. Я забыла. Напишите в комментариях, что это. Так, продолжаем. Ой, а почему я так быстро бегаю? Ой, опять ролики. А почему я так быстро бегаю? Смотрите. Мне показалось, что я очень быстро бегаю. Не знаю, почему. Еще одна коляска, смотрите. Я даже не знаю, что это. Типа гоночная тачка. Тазик на колесах. К вашему вниманию, это тазик на колесах. Реклама, ребят, реклама тазика на колесах. Вот это я понимаю. Дальше. А зачем я покупаю подарки, если у меня есть в инвентаре? Я что, покупаю? Вот такая погремушка попалась. По-моему, она уже была у нас. Ой, еще один пистолет, вот такой вот только уже. Но предыдущий мне нравился как-то больше. Хотя, не знаю, этот светится. Ребят, напишите, вы уже успели собрать всю коллекцию новых игрушек? Что это? Ой, это лайм, смотрите. Лайм. Ребята, лайм получает от меня сегодня, по-моему, самый большой лайк. Я не знаю, из всего, что сегодня было, мне кажется, лайм сейчас самый крутой. Смотрите, как он тут крутится. Это так балдежно. Лайм реально топ. Опять ролики. Ну, я уже не буду про них ничего говорить. Ролики и ролики. Че бубнить-то? Правильно? Опять одноколесный велосипед. А где машина? Где моя машина? Прошу прощения. Опять лайм. О, нам попалась картошка. Я это назвала этого бобом. Сейчас поняла, что это, скорее всего, картошка. Ну-ка, давайте почитаем, что это. Жевательная игрушка-картошка. Да, ребята, это картошка. Еее! Так, где моя машина? Так, все, я отказываюсь в этом участке. Так, давайте посчитаем, сколько мне еще осталось. Машина. И все, мне осталась только машина. Чертова машина. Ну, в таком случае будем закупаться до тех пор, пока не выпадет машина. Кристина нервно открывает боксы. Да, да, это я реально сейчас. Я нервно открываю боксы, чтобы мне выпала машина. Это последнее, что мне осталось, если я не ошибаюсь. Так, еще раз. Сейчас все будет. Сейчас не паникуем. Пипец. Машина! Да! Все! Я крутая! Ура! Хочу себе синий-синий-синий. Или как там поется, пофиг. Ёшкин-матрёшкин! Я застряла, короче. Все равно мне выпала машина, ребята, и на этой шикарной, потрясающей, счастливой ноте мы можем заканчивать этот видос. Мне выпала машина, так что ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, до сих пор не подписаны, обязательно нажмите на красную кнопочку внизу, сделайте ее серой. Тогда будет очень круто.